Вместе с оператором мы в цехах Ивановского ордена Ленина комбольного комбината. Здесь больше 100 человек завершили по 2 пятилетки. Эти кадры снимались в декабре, а сегодня уже пришла весть, что 20 годовых норм выполнила прославленная ткачиха Валентина Николаевна Голубева, герой социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР. Она избрана делегатом на 26-й съезд партии. Предсъездовское соревнование называет «Новые имена». Агита Михайловна Сухова, сменщица Голубевой, успешно выдерживает высокий темп социалистического соревнования. Почти вровень с Голубевой работает другая сменщица, Нина Кузьминична Максячкина. Она выполнила 19 годовых норм. О рабочем таланте, о нелегких победах, идущих впереди, будет постоянно рассказывать киножурнал «Панорама».